благословляется и освящается оружие сия кроплением от истины. Благодати Пресвятаго Духа во имя Отца и Сына. Служители сатаны, дьяволы в рясах. Они много лет делали вид, что молились Богу на территории Украины, а сами все это время только и ждали прихода России. Будьте со всеми вами. Многие священники Русской Православной Церкви оказались диверсантами. В своих церквях они хранили оружие для оккупантов и работали наводчиками российских бомбардировщиков. Без колебания эти святые люди принимали участие в массовых убийствах украинцев. Посмотрите на этого оборотня в рясе, точнее, в семейных трусах. Этого попа задержали, когда он сладко спал в своей теплой постели в Киеве. Отец Ануфрий, настоящее имя Сергей Тарасов, работал на оккупантов и сливал им позиции ВСУ. В его квартире сотрудники СБУ обнаружили оружие, взрывчатку, много денег в рублях и российскую символику. Это еще один прислужник дьявола, ну или Путина. Священник РПЦ Василий Савка. В прошлом году попа задержали полицейские за пьяную езду. И он начал безбожно обзывать патрульных. Ты сегодня есть прокол. Не трогай. Дать мне, ты есть сегодня бендеровец. Тихонько. Ты есть прокол. Зачекай. А мне срать на Украину, потому что Украина – это зло. Священнослужитель Русской Православной Церкви даже не скрывает своей ненависти к Украине. И в пьяном угаре угрожает убить полицейских. Я тебя на колени поставлю. Ты будешь мне румынский размовляти. Если не будешь знать румынский, я тебе пулю в лоб расстрелю. В городке Коломыя Ивано-Франковской области священники РПЦ, оказывается, также мечтали о том, чтобы поубивать украинцев. Они заботливо подготовились к приходу российской армии и хранили в церкви запасы провизии для оккупантов. Друзья, такая информация о церквях Московского патриархата. Значит, в Коломые мы въебали этих чертей, зашли в церковь. Значит, там двухглавые орлы, продукты, хлебопечки и очень много приготовленного для русских оккупационных войск. Сейчас перегружаем эти продукты, консервы и будем переправлять на Киев к людям в тероборону. Вы даже не представляете, что мы нашли у этих пи***цев в этой церкви. Это протоиерей РПЦ Михаил Павлушенко, он же российский диверсант, которого задержали под Гостомелем возле сбитого вертолета. Московский поп неудачно попытался выдать себя за гражданина Украины. Вы откуда? Киев, сам выродок с Житомирской области. Живу в Киеве, не живу в Бучи, але приписан в Киеве. На самом деле этот московский протоиерей приехал из России и работал корректировщиком огня у российских военных. И таких служителей сатаны в РПЦ очень много. Чего стоит только один настоятель Русской Православной Церкви – патриарх Кирилл. Он открыто поддерживает кровавую политику Путина и оправдывает убийство мирных граждан Украины. Государство – это те институции, которые по закону имеют право употреблять силу, принуждая к повиновению, в том числе своих граждан, если они законы нарушают, или принуждая другие страны, если видят в них угрозу себе, к тому, чтобы этой угрозы не было. Патриарх Московской и всея Руси Кирилл, который одобряет принуждение и агрессию России, благословляет солдат Росгвардии на убийство мирных украинцев и даже дарит им на удачу икону Божьей Матери. Ну и поскольку вы возглавляете, Владимир Васильевич, Росгвардию, то я хотел бы, чтобы этот образ именно был в рядах Росгвардии Российской Федерации. Ваше святейшество, благодарю вас за этот дар. Хочу пожелать вам многие лета во славу трудов ваших. Хочу сказать, что да, не все идет так быстро, как хотелось бы. А эта икона будет защищать русское воинство и ускорять нашу победу. Многие священники РПЦ в России, похоже, тронулись умом от российской пропаганды. Или употребляют тяжелые наркотики. Или как еще объяснить тот бред, который они несут. Сегодня идет речь о дефашизации Европы, которая ничего не может подарить миру, кроме ИГИЛ и бандеровщины. Ну а что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться.
Сегодня они поставляют, как перевалочная база, оружие для истребления славян. Уже построили с нами и без нас большую сатанинскую деревню, в которой есть один пахан, звездно-полосатый, который всех учит жить по-сатанински. И одна только страна в мире есть, которая этому сопротивляется. Это матушка-Россеюшка. И как все за все отдувается русский солдат. Георгий Сухобокий, запрещенный в служении клирик епархии РПЦ. Он не одобрял кровопролитие в Украине, и ему пришлось уехать из России в Польшу из-за преследований ФСБ. Священник в ужасе от того, как служители РПЦ поощряют массовые убийства и геноцид украинского народа. Не отправляйте своих сыновей, детей, мужей, братьев на бойню. Пожалуйста, я вам как просто христианин, как человек, как священник это рекомендую, советую. Лучше пускай человек, не знаю, пускай его лучше арестуют. Простите, сейчас... немножко я эмоционально, но я так вот как чувствую, так и говорю. Мы должны быть свободными людьми, потому что наш христианский Бог – это Бог свободы. А в то рабство, которое ввергает нас Путин, Кремль, его вот эта шайка – это совершенно антихристианское явление, которое должно быть, я совершенно убежден, разрушено, и оно разрушено будет. Карфаген этот путинский должен быть разрушен. Нет сомнений, что священнослужители РПЦ такие же убийцы, как и российские военные, которые сейчас бомбят мирные украинские города. Поэтому деятельность Русской Православной Церкви в Украине нужно немедленно запретить, ведь она действует как террористическая организация. Это организация, которая очень целенаправленно управляется со стороны КГБ. Мы видим, что делает сейчас часть священников Русской Православной Церкви. Они помогают вербовать здесь людей. Они де-факто работают как ДРГ в тех местах, где это нужно русской армии. Руководство этой организации Русской Православной Церкви в Москве объявляет войну против украинцев. Убийство украинцев – священной войной для российского государства. И поэтому мы будем настаивать на том, чтобы какие-либо институции российского государства, в том числе Российская Православная Церковь, здесь в Украине не могли работать. Народный депутат Украины Инна Совсун уже зарегистрировала в парламенте законопроект о полном запрете Русской Православной Церкви на территории Украины. Не может в Украине существовать институция, управляемая из Москвы. Законопроектом также предусмотрена конфискация всего имущества Русской Церкви. В течение 48 часов после принятия закона оно перейдет в государственную собственность Украины. А в РПЦ, поверьте, хватает скорбов, которые нужно национализировать. Чтобы понять размах состоятельности московских попов, стоит только взглянуть на имущество наместника Киево-Печерской лавры. До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Скандально известный митрополит Павел – богатейший человек. Два участка земли под Киевом – около 6 гектаров. Автомобиль «Мерседес-Бенц», стоимость которого более 30 тысяч долларов. Одна квартира и два дома в Киевской области. Видимо, хорошо молился. Вы только посмотрите на этот, его загородный особняк. Все эти богатства уже скоро могут стать государственными, если Верховная Рада Украины примет законопроект о запрете РПЦ. До вечера умрете все. Предчувствуя скорую кончину, священнослужители Киево-Печерской лавры злые, как собаки. Сотрудники святой обители даже набросились на журналистов, которые пытались поговорить с митрополитом Павлом о войне в Украине. Я не буду с вами говорить. Ми хочемо поспілкуватися про вбивство мирних українців, які здійснює Росія. Мирних українців, мирних громадян. Ребята, я вас прошу, уходите, пожалуйста, отсюда. Не надо нічого тут знімати. У вас є розуміння, наче Путін вбиває українців? Є. А на що він це робить? Ваша думка? Тобто ви спитайте, підіть у нього. Пойдемо. Давайте кажу тут. І вам отсюда давайте кажу. Це нормально, як ви думаєте? Конечно. Нормальна ситуація? Ви вважаєте нормально, що нас? Ти не говори, ти його не сказав. Війна, хлопці, війна. Ви розумієте, вас могли і вбити. А поки Верховна Рада ще не проголосувала за законопроект, українці вже почали самостійно боротися з російською православною нечистю. Це Московська церква в Черкаській області. Местные жители побили священника и выгнали из храма за то, что он отказался молиться за погибшего украинского солдата и начал молиться за Путина. После изгнания оборотня все прихожане решили перейти под проректорат настоящей украинской церкви.